Всем привет! Сидим, пьем кофе, и возник вопрос, что такое консультация, как правильно ее провести. Поэтому для сотрудников попробую донести, как я это понимаю и что я в этом вижу. Значит, что такое консультация? Первично, это встреча с человеком. Да? Для чего? Для того, чтобы познакомиться. После этого вам человек излагает саму ситуацию. И консультация в этом случае в большей степени даже нужна для вас. Вы понимаете его ситуацию и понимаете для себя, сможете вы решить эту проблему или не сможете вы решить эту проблему. Если вы можете ее решить, соответственно, вы ему озвучиваете сумму, за которую мы работаем, озвучиваете примерный промежуток времени, да, там, за который это все происходит, потому что нюансы бывают, и все, выводите на договор. Если человек готов, он подписывает договор. И поэтому делает доверенность, и по этому договору и доверенности приступаете непосредственно к работе. Человек при этом сидит дома с гарантией того, что за него все это сделают. Вот это и есть, наверное, сама консультация. Да, и не надо вообще вот грузить людей лишней информацией. Вот, вызывая сантехника, мне надо починить кран, да? Я же не спрашиваю, как он будет чинить. Мне вот абсолютно все равно. Я его вызвал, он пришел, сказал, что ему нужно там докупить детали, что-то еще, он ко мне придет там, не знаю, например, вечером и сделает мне за 5000 рублей, я грубо сейчас, я сумму не знаю, все, больше ничего не требуется. Вот это вот и называется правильная консультация. Озвучить человеку, что вы это сделаете за такой-то промежуток времени, за такие-то деньги. Вот для меня этого достаточно. Я думаю, для человека, который приходит к вам за помощью, я думаю, тоже будет достаточно. Ну, всем пока!